Так, ребята, всем привет. Сейчас я иду за своими остатками подарками, они пришли уже. И пока я монтировал видео, уже поставил 2 видео на рендер, остальные 2 я решил пока не монтировать, они не особо удачные, наверное, мы их перезапишем. И один есть влог, он, короче, тоже ни о чем, там пьяный бред, мы с Лехой угорали. Даже волосы я не стану упрямлять, потому что и так, в принципе, неплохо. Как раз-таки заберу, мы заказывали с Ангелиной чехол для гитары. Не для гитары, а для ее укулеле. Она сейчас занимается укулеле. Получается, вот, я его, наверное, так и возьму. Там, пример, чехол. И с этим чехлом отнесу к Ангелине. К Ангелине пусть сидит, играет на работе. Вот, так. Короче, встретимся с вами попозже. Я буду еще, помимо этого, может, что-нибудь еще снимать. Так, ребят, мы только-только пришли. В итоге я поехала к 3 часам. Я решила вообще остаться там. Вот мы только-только пришли. Сейчас я покажу, что мы вообще купили. Поделюсь с вами хотя бы. Покажу, какие остатки подарков пришли. Сегодня это почти... Это предпоследний подарок уже. Пришло 2 переходника. Это было тоже в честь подарка. Оно даже было вместе с педалью прийти, но не пришло. И 2 пачки железных медиаторов. То есть здесь 20 штук. Для чего я их заказала, сейчас объясню. Допустим, у нас музыканты в городе развиваются, и я хочу, допустим, обмениваться с кем-то медиаторами. Я буду оставлять свой автограф, или там свою подпись просто, и на память человеку о себе. То есть вот их 20 штук, 20 человек. Дальше. Сейчас мы заказали суши, мы их еще не доели. Тут вот 3 упаковки этих. Надо поесть. Это мы просто увидели и решили взять. Это ароматизаторы, это диск, это кассета. Это так-то просто как декор на свою полку. Потому что как-то раз мы там уже брали такой ароматизатор, гитару. Это в основном просто как... Он еще до сих пор пахнет. Это в основном просто как декор, я же коллекционирую все. И вот тут еще дополнительные. Так, ладно, дальше. Что-что-что-что? Снова, блядь, полным... Холодильник соевых соусов, мы очень мало едим, сок. И коллекция масок, тоже из игры кальмаров. У меня уже есть такие-такие. Я, наверное, сюда пока въебу. Пусть пока так. Дейзик, лампочки, держатель для зубных паст на присосках, глистогонка для кошек и собак, бальзам, наконец-то. Это уже закончился недавно. Снова лампочка, соевый соус. Так, это гирлянда 5-метровая. Так, перекись, лампочка, что-то тут, открывашка, то наша сломалась, прихватка, бомбочка для ванны и рюмки. Потому что к нам гости приходят, и у нас нет рюмок, потому что мы не пьем крепкий алкоголь. Вот такие вот моменты. Большой корм собаки Ричи и корм Нари. Подумала уже. А ты считаешь мои деньги в моем кошельке, и ты смотришь только... Так, ребят. Итак, ребята, всем привет снова. И заново стою напротив зеркала, потому что я снова... Мои снова труселя засветятся в видео. Но сейчас не об этом. Мы, короче, с Ангелиной сделали перестановку. Раньше диван был тут. Сейчас он здесь. Мы это все просто перенесли в эту сторону. Сейчас все стоит прям вот так вот. Это такой чувак классный. Типа он повелитель музыки. Это ютуберская полочка. Это музыкальная полочка. Здесь все для музыки. Наушники, звуковая карта там. И еще что-то. Так, и всякие медиаторы. Железные медиаторы такие. Я говорила, да, вроде как, для чего мне нужен железный медиатор. А, да, уже говорила. Все, я помню. Ладно. Это просто, это тоже, в принципе, просто так. Решила так сделать. Здесь вот у меня присоединено все сюда. Все подключено. Сделала под свой рост свой микрофон. Ну, вот, видите, класс. Ладно, хоть под футболку на этот раз. Ладно. Под свой рост. Гитару здесь. Такие вот дела. Решили сюда баночки поставить. Здесь все для стримов. В дальнейшем микрофон, звуковая карта и камера. Дальше теперь так. Комната кажется вроде поменьше, а вроде побольше. Но с каждым
Просто дальше больше. Мы будем еще украшать, конечно же, комнату. Кстати, у нас с Ангелиной появилась такая мысль, почему бы нам не завести крыс. Нашла уже крысу, хотела прямо сейчас пойти и забрать, но люди не могут, сейчас они заняты, и поэтому завтра нам завезут крысок с клеткой сразу, и у нас будут крыски. Такие вот дела. Очень рада. Как всегда, энергетосы, потому что... О, кстати, такой даже вид получше. Снова взяли кассету энергетиков. И теперь вот. Сейчас, наверное, немножко поиграю на гитаре, потому что Ангелина у нас на практике в это время. Поэтому, наверное, попозже еще встретимся. Может, даже сейчас поснимаю, как играю на гитаре. Для влога. Ладно, это был разогрев, мне надо настроить гитару. Что-то. Просто я каждый день тренируюсь, пытаюсь довести до идеала, как всегда есть. Гитара 6 струн, разрешить, блять. Только-только же приложение скачала. Иди нахуй. А потом попробую просто вам покажу микрофон, как поется в микрофон. Почему ты не спишь?
дед мне, не дед мне. Скоро наступит. Сука. Не могу тягать. Одна тихая песня. Думаю, на микрофоне ее можно. Тут ты начала. Повторим.
Я вообще какая-то стрёмно. Ребята, йоу, ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Начнем видео с такого. Ну, шоколадку ем, отвернись. На этот раз я уже в одежде и смогу снимать свою задницу. Короче. В смысле, в этот раз ты в одежде? Ну, милая, что мы сделали? К чему этот влог посвящается? Твоему плохому ракурсу, ну хуя ты так делаешь, хотя бы, блядь. Чего? Я просила тебя меня вот так вот не снимать. Просила же хотя бы вот так. Ну что, давай. С чего начать? Мы? У нас есть, короче, Ричевный. У нас есть собака Ричи. У нас есть кошка, которая срет. И у нас есть шуф-шуф. Вот это. Это пустая клетка. Мы завели пустую клетку. Классный питомец, обожаю его. Прибираться не надо. Да. Короче, внизу у нас обитает самое прекрасное существо. Мы взяли маленькую, как бы, клетку с крысёнышем. Потом взяли вторую и присоединили ее к первой. И теперь она выглядит длинной. А крыса — это социальное животное, им нужно с кем-то общаться. Мы думали мальчишку взять, но пусть будет девочка. И я уже освободила место, как вы заметили. Тут игрушки валяются с моей полки. Вон там тоже. И мы нашли это место. И она там лежит, сидеть не может. Ну да, конечно. Ладно, я потом подправлю. Ну, сейчас я показываю. Вот такая вот клетка. Такое животное. Вот с этими игрушками что делать? Да раскидаем куда-нибудь. Мы придумали мини-студию еще одну. Добавили. Здесь я отсюда буду снимать Instagram Stories, когда я буду петь микрофон. Ракурс попадает, даже трогать не надо. И еще тут я придумала из динамического микрофона совместно с игровым, потому что поп-фильтр отдельно не снимается. Вот. Дальше. Наконец, этот штатив можно почетно использовать. Теперь здесь можно спокойно прикрутить камеру, и она двухметровая. И лампу. Это тоже штатив вообще откуда-то. Телефонный штатив. И теперь у нас есть прикольная съемка. Дальше. Дальше. Тут опять снова много вещей, а тут нихуя. Ну да, там кровать не заправленная. Где? А вот эти вот, вот это. Прикинь. А ты и правда сосиска? Вау! А ты и правда сосиска? И тут носочки. Теперь у нас... Ну-ка, бры! Пиздец. Вот так и ищешь за это носки. Чё? Мне так хочется его снимать. Вот такой прикольный. Снимать? Да, я не дотягиваюсь. А реально очень высоко. Вот так вот. Скоро пойдем за второй крыской и продолжим снимать. Посмотрим их реакцию, потому что они друг другу не родные. Потом они сделают крысёнышей. И буду в YouTube выкладывать объявление, отдаю крысят. Так что встретимся попозже, когда пойдем за крысятками. Так что встретимся попозже, через пару часов. Для вас это в одну секунду, а нам это 2 часа. Ну, 3, пока мы дойдем, пока мы заберем, пока мы приедем. Так что встретимся, не прощаемся. Ребята, всем привет. И сегодня у нас будет, бля, я даже ничего не вижу. Сегодня у нас будет мини-фотосессия на фоне. В общем, будут использоваться разные вещи, как кляпы, наручники, а также поводочек. Думаю, фотосессия у нас будет... Блять, главное, я выгляжу так, а у меня говор, сразу видно, что я необразованный человек. В фиолетовом стиле, в каком-то таком, и надеюсь, что будет прикольно. Ну, наверное, это я вряд ли буду добавлять, но моменты буду. What I do.
so much. Your tongue is burning up. I've had enough. Forget about it. Got you running in circles, I know. Get your paws off my Dolce cologne. Чтоб вас так не смущать, в кепке тоже буду стрелять, не нахуй. Чего-то поинтересней. Вместо своих фиолетовых волос я одену фиолетовую шапку. Похуй. Так я не ебу, как ее одевать, блядь. Короче, ребят. Ой, блядь. Короче, я, наверное, понимала, но сейчас я просто как бы осваиваюсь тем, то, что мы приобрели, какую поставили мини-студию дома, и постоянно хочется что-то пробовать, экспериментировать, и сегодня с утра у нас произошло горе, не привыкла говорить «мы», «у нас», потому что, когда у меня был раньше человек, мы говорили «я», никогда не говорили «не приписывать никого». Я, наверное, вряд ли это буду добавлять, но я попробую что-нибудь из этого получить.
сука. Я аккуратненько ложу, ему просто
тебя бы все могло быть. Сука, да что такое? Вот вы подумаете, что это глупо, блядь, насчет крыски песни писать. А почему нет-то? Это, блядь, тоже живое существо. Любите, блядь, своих животных просто. Вот ты у нас и была всего лишь 4 дня, но такое ощущение, что наши чувства разделились на больше, как будто несколькими месяцами, либо вообще годами. Ты у нас жила, ты была. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем. Наше море вины поглощает. Время, дыра — это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. С нами память сидит устала, а в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была, посмотри на меня, не молчи.